Сыщики разбираются в обстоятельствах гибели пенсионерки в Приморском районе. Тело женщины с рваной раной шеи прохожие нашли на берегу озера Долгое. Эксперты определили, что причиной смертельной травмы стал взрыв мощной петарды. В одежде нашли предсмертную записку, а рядом с телом обрывки скотча и зажигалку. По предварительным данным, женщина страдала от тяжелой депрессии и свести счеты с жизнью собиралась вместе с 40-летним сыном. Но тот в последний момент якобы передумал, хотя успел написать записку. В квартире нашли еще одну петарду. По некоторым данным, мужчина лечился от душевного недуга. Версия, что это могло быть убийство, тоже проверяется. А соседи недоумевают, что могло произойти в семье, которая всегда была на хорошем счету. Медработник была Ольга. Уже я не помню сама, когда я ее видела, честно говоря. Когда вот когда-то болела, она медитировала, она не отказывала. Когда попросишь, она всегда это самое. Ну и не только меня, тут, наверное, многие к ней обращались. Я вот это вот узнала, я сама в шоке.